Доброго всем дня, утра, вечера. Сегодня я вам покажу наборы для алмазной мозаики и вышивки бисера. Легкие в исполнении, и поэтому я считаю, что они подойдут и для деток, и для тех, кто хочет попробовать себя в этих видах творчества, но не знает, понравится ли ему этот вид и с чего начать. Можно, конечно, и с фикс-прайсовских наборов начать. Вот с бисером я познакомилась именно оттуда. Сначала это был тигр и маки. Стоили тогда эти наборы по 55 рублей, а алмазка стоила 77 рублей. Первый из них я взяла тигра. Бисер был совершенно разного качества, разного размера, очень неудачный, иголочка поломалась сразу. Не хватило белого, но я не стала, пришлось мне его докупать в нашем рукодельном магазине. Я им вышивала потом уже, ну, в общем, что получилось, то получилось. Он мне дорог, как первый. Понравилось все, как вышивать, нашла я в интернете, и поэтому, в общем-то, как получилось, так и получилось. Я не стала ни распарывать, ни заменять ничего. Вот он первый, как он у меня есть, так и есть. Он мне дорог и нравится, в общем-то. Вот мак мне понравился больше. Всего хватило, и качество бисера было намного лучше. Он был весь ровненький, весь хороший. Я не знаю, чешский, не чешский. Прециоза это которая, или китайский. Но, во всяком случае, он был одного размера. Его хватило, и все было хорошо. Вот, конечно, были недостатки у меня. Я немножко стянула все, пыталась гладить. Ну, вот он как получился, так получился. Мак мне тоже очень понравился. Потом привезли дельфина. Бирюзовые стразы в дельфине были, ну, самого приотвратного качества, все разного размера, но в рукодельный магазин я не могла выйти, чтобы это все поменять, потому что случилась пандемия, и все было закрыто, не стала я никуда идти, вышла уже все... те стразы, которые... стразы, конечно, стразы. Раз я алмазница, то, конечно, стразы. Бисер был. Вот здесь вот был он какой-то серенький. Он очень хорошего качества. Он переливается. Какой-то он серо-сиреневый, что ли. В общем-то, дельфин был веселый, красивый. Опять я стянула, потому что ткань очень жесткая. Вышивать не очень комфортно. Гладила-гладила, ничего не получилось у меня. Ну, в общем-то, канва вот такая. Но понравился мне дельфин. Ну, вот ничего я заменять не стала, распарывать не стала. Вот что есть, то и есть, в общем-то. Маков всегда было и в алмазке в фикс-прайсе много. И вот привезли еще одни бисера. Здесь мне понравилось все. Всего бисера хватило. Все было очень хорошо, очень достойно. В общем-то, я разобралась, как вышивать. Ну, конечно, все картинки из фикс-прайса дешевенькие. В частичной вышивке, в зашивке. Поэтому... ну, понравилось, в общем-то. Иголочки, я повторюсь, были очень жиденькие, пришлось набор купить. Я понимаю, что наборы из фикс-прайс были не особо удачные или очень неудачные. Кто-то бы, наверное, их и вообще не показал. Но, во всяком случае, на них я разобралась в бисере, как вышивать на руках, на пяльцах. И они лежат у меня в дальнем углу, но они лежат, они есть. Я купила набор «Девушка-весна» в частичной зашивке. Никак я не перейду на полную зашивку, потому что боюсь не дошить. А бросать я не хочу и не люблю. Здесь был бисер и бусины двухразмер. Эта картинка мне показалась удачной. Я люблю синие цвета. Здесь очень хорошее сочетание. И я оформила ее в багетной мастерской. Несколько раз меня просили продать ее, но мне она нравится, и она у меня есть. Вышивать вот дальше. Давно я уже не вышивала, решила купить наборы с Озона. Начнем, наверное,
достаточно демократичная цена, размер 35 на 45, посмотрела я, и вот в одном этом наборе три набора, сказала сама замечательно. Значит, вот такие лошадки, вот такая корзина с фруктами, и самая большая — это ваза на столе с сиренью. Все это частичная зашивка. Ну вот, давайте с лошадок и начнем. Меньше всех. Вот в таком приличном пакете продается все. С крючочком. С кнопочкой. Вот. Сама превьюшка. Две иголочки в наборе. Состав. Ткань, бисер, бисерная игла, инструкция, изготовитель, срок годности не ограничен, не подлежит обязательной сертификации. Так, схема подшита флизелином. Вот такие две лошадки. Сантиметр. Хотелось бы померить размер самой вышивки. 40 на 30. 40 на 30 – это чистая вот схема будет. Очень удобная, потому что 40 на 30 есть рамки. Оформить будет очень удобно. Здесь 12 цветов бисера. Так, бисер посмотрим. Бисер. Сим-сим откройся. Где он здесь? Я не найду. Ага, нашла. Так, пошуршу. Немножко пошуршу. Так. Бисер. 12 цветов. 9. 8. Правильно. 7. Белый такой, голубой. Шестерочка. Так. 5. Ну, в общем, там здесь как зеленый указано, но это вот будет серебро, наверное. Так, 4 прозрачный, 3. Ну вот они серые, но какие-то они немножко, конечно, отличаются. В общем-то, 3 цвета серых, 2 коричневый и 1 тоже коричневый. Но вот здесь он, конечно, блестящий. Здесь матовый, здесь блестящий. И 3 еще отдельных. 12, 10, 11 и 12. 10, 11 прозрачный, блестящий. И 12 матовый. Матовый вот такой вот красивый. Так, это лошадки. Убираем, что относится к лошадкам. Посмотрим дальше. Ага, это ниточки от лошадки. Дальше корзина с фруктами. Очень яркий виноград, красивый. Апельсин, яблоко, груша. Вот такая превьюшка. Так, размеры не буду я мерить. Они все одинаковые. Так, иголочки 2 в наборе. Здесь шикарней набор. 23 цвета. 23 цвета. Не буду распаковывать. Вот такая цветовая гамма. Что должно быть? Белое, голубое, зелененьких несколько оттенков.
красных, фиолетовых, ну, то, что должно будет соответствовать самой картинке. Белых. Вот такого много всего. Очень яркая картина получится. Так, убираем корзину. И еще один набор. Здесь вышивки, наверное, много, потому что по превьюшке здесь вышивается и корзина. А, ну сейчас посмотрим прям на самом полотне. Здесь вышивки много. Упала веточка, вышивается ваза и вышивается сирень. В общем-то, зашивки здесь много. Цветочки упали, и вот эти сами грозди сирени. Здесь 18 цветов, я ошиблась. Значит, 23 будет в наборе для ваза с фруктами, а здесь 18. Так, и бисер. Бисер. Что здесь у нас по цветам? Ну, сирень есть сирень. Очень много, и в каждом пакете много в ленте. Так, 18, в общем-то, с конца получится. Зеленый, там жемчужный какой-то, желтенький, ярко-желтый. Это какой? 16 цвет. Голубой. Такой встречался в лошадках у нас. Сирень очень красивая, матовая. Так, зеленый оттенок, 12-й. Прозрачный. Сирень, сирень пошла, два цвета. Белые. Блестящие. Голубой такой был в лошадках. Тоже коричневый. Серый, голубого вот совсем немножко, но он есть. Это 5-й номер. Ага. Зеленый-зеленый. И вот такой вот прозрачный, зеленый, желейный какой-то. Вот такие наборы бисерные. Очень демократичная цена. Можно попробовать. Это частичная зашивка. Так, иголочки надо, чтобы не потерялись. Нитки. И такой подарочный, конечно, вот мне понравилось, мешок, пакет, который можно застегнуть и удобно будет хранить. Так, это что касается бисера. И теперь алмазная мозаика, получила я с Алиэкспресса сегодня такую несложную картиночку. Это кошка. Распечатаем, посмотрим. Почему я сказала, что для деток? Ну, вот такой мне сюжет очень понравился. Вот такая кошка. Там их много. Но самое интересное, что на этой страничке очень много кошек в разных платьях с разными цветочками. И они сиреневые, они голубенькие, они зеленые. И разные у них веночки, и разные у них бабочки. Но самое интересное, что вот и размер один. Так, сейчас чем-то придавлю. И размер один. И, в общем-то, цветов там одинаковое количество. Но самое интересное, что цена у них разная. И некоторые кошки есть с платной доставкой, а некоторые с бесплатной доставкой. Так, инструменты. Самые простые, но они есть. Кто собирается выкладывать впервые, во всяком случае, у того их не будет. И здесь оно есть. Лоток, стилус. Масса для стилуса. Это для тех, кто не знает, вдруг кто собирается выкладывать первый раз. Инструменты для выкладки есть. Так, в кошке 12 цветов. Посмотрим, что мы имеем для кошечки. Серебро. Какой-то серенький цвет явно. Такой бледно-желтый. Это все стеклянные стразы.
голубой, бирюза, очень красивая бирюза, но у нее, в общем-то, много голубого, кошка голубая. Два цвета зеленого, зеленый и такой травянисто-зеленый. Дальше кружочки рифленые, такие, ну, красные они или розовые, они переливаются, даже не понимаешь, какой цвет. Дальше капли серебряные и такие же капельки, но они мельче, как сын мой сказал, семечки. Семечки серебряные, мелкие такие, на капельки похожи. Семечки голубые или даже синие, они больше к синему. Так, и кружочки, такие переливашечки, больше как жемчужные такие. В общем, они переливаются всеми цветами. 12 цветов, все есть. Можно попробовать, кто хочет начать. Ну, такая нежнятина, такая нарядная, с букетом цветов, с веночком, голубоглазенькая, с бабочками, которые вокруг летают. Очень небольшая цена. Я говорю, на странице их там много. Ссылку оставлю, кто хочет попробовать. Ну, вот можно начать с таких кошечек. Выкладывается быстро. Ребенок может приноровиться, точно попадать. Частичная выкладка, она сидит вот то ли на облачке на каком-то, ну, интересно такой дизайн, цветочки вокруг, цветочки не выкладываются, выкладывается платье, сами цветы, венок, бантик, и можно будет добавить потом, нанести буквально капельками, нет, не выкладывается, на бабочках можно будет добавить, ну и что-то такое, вот какой-то дизайн придумать. Всем мира, добра, приобщайте своих деток, а может быть и соседских, к алмазной мозаике и к вышивке бисером.